Всем привет! Сейчас я вам покажу, как поменять испаритель и заправить картридж в Battlestar Baby. Достаем картридж, поддеваем и вынимаем испаритель, берем новый испаритель и прокапываем его. Вставляем испаритель в картридж и вытираем все салфеткой. Заправляем картридж, протираем еще раз салфеткой, устанавливаем картридж и ждем буквально пару минут. Приятного парения и до встречи на нашем канале!